Качественнее и безопаснее станут участки дорог по Мезенскому направлению. В каком состоянии трасса, водителям рассказывать не нужно. Тем важнее видеть изменения, которые касаются не только нового асфальта. Мезенское направление – это почти треть дорожных ремонтов региона в этом году. Здесь обновят 49 километров, а всего по области 150. Сейчас осталось только нанести разметку, а в местах, где дорога идет через поселки, также строят тротуары и остановочные карманы. Объект сложный, да, очень много лотков вдоль припромочных, много остановок. И очень большое количество водопропускных труб, которые требуют ремонта. Участок у поселка Боброва первый, второй у Рембуева, всего чуть больше километра. Рядом жилые дома, школа, детский сад, поэтому в первую очередь дорогу делают максимально безопасной. Здесь будет освещение, автобусные остановки и пешеходный переход со светофором. На каждой встрече жители Рембуева говорили о том, чтобы участок дороги, который проходит непосредственно через населенный пункт, достаточно проблемный. Здесь было очень много пыли, здесь были проблемы с большими скоростями, например, лесовозы шли, и это было небезопасно. Дорога Архангельск-Пинига-Мезень регионального значения. Построена была в 98 году и с тех пор впервые на ремонте. За 20 лет асфальт износился почти полностью, кругом сплошные ямы. Много внимания технологии, чтобы ровность была обеспечена максимально. Использовали перегружатель асфальта, шаттл-баги, обязательные требования. Вот. Очень четко за геодезией следили, за лабораторией. Работали только в сухой период. В следующем году по нацпроекту ПКАТ отремонтируют еще 50 километров дороги на Пинигу. Покрытие там останется гравийным, но, по словам дорожников, станет в разы лучше и удобнее для проезда. Необходимо нам продолжать работы, связанные с дальнейшим асфальтированием. То есть участки, которые грунтовые, мы должны переводить в асфальт. Ну и мы должны продолжать работы, связанные с содержанием грунтовой части, чтобы грунтовая часть дороги соответствовала требованиям и безопасности, и комфорта движения автомобиля. В 2023 году по нацпроекту асфальт уложат на участке до Рембуева, в 2024 до поселка Луковецкий. Артемий Заварзин, Михаил Меньшинин, Екатерина Макарова, Александр Чалков, Регион 29.